4 часа утра 22 июня 1941 года Германия без объявления войны вторглась в пределы Советского Союза. Мой прадедушка Ахмедов Хосров с 19 лет в составе 32-й гвардейской и стрелково-таманской дивизии героически сражался за освобождение городов Орджоникидзе, Алавир, Нальчик, Пятигорск, Краснодар, Новороссийск. Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Венгрии, европейских стран. Мой прадедушка награжден орденом Красная Звезда и многочисленными медалями. Он получил 6 раз благодарности от Верховного Главнокомандующего Сталина. В школе номер 24, в которой я учусь, висит фотография с моим дедушкой, как бессмертный полк, и этим я горжусь. В Таганроге возложили памятник в честь 130-й и 416-й азербайджанской дивизии. Каждый год в День Победы мы с семьей ездим в Таганрог возложить цветы, вспомнить дедушку и честь земляков, встретить и поздравить ветеранов. Я очень горжусь своим дедушкой и земляками, которые отдали свою жизнь за мирное небо. Хочу в мирное время совершать подвиги, хорошо учиться, творить добро и быть примером во всем.